смотри, как он. Кайфует. Под этой. Вот она выплыла. Это стрелочка. Стрелочка, стрелочка. Ну, посмотрела мне, пошла. Ее в 20 минут пришла. Ну, вот она. Пришла. Меню вперла оттуда, от края. Ой, охранник уже помог. Нет. 5 метров осталось. Я же мокла, пока тащила его. И катить невозможно, там кора. Я его качу и на руках и вся взмокла. О, а та там прыгнула. Так она что творила? Вот тут стоит, меня смотрит. Я так рукой, а она... Ну, прыгнула, я решетку сняла. Думала, у Сергея что-то получилось. Но он что-то говорит вроде бы. Там игрушки, конечно, там интересно. На весь день там уборка. А теперь только в понедельник. Там дожди нарисованы. Сегодня вечером дождь. Я посмотрела, то ливень, то небольшой дождь, то ливень, то не. Я ходил уже на 7 часов, 0,2 миллиметра. Вот. А у меня там цена было на 8 часов одна. Завтра, на завтра. Ой, там пускай выходные, я лучше. О, о, что-то нашла что-то. Нет, как... Какую-то пластмасску нашла, она стукнула. Стукнула. Нет, не того, да, не надо. Можно встанет? Я тащила бы. Ну ладно. Потом, ну ладно, говорю, встань. Смотрите. Потом фотографировался. Я так никому не даю. Нафиг, я первую. Тащите, берите. Было же три пенька. Я охранник тоже говорит, не знаю, вот куда мне идти. Я тут купаюсь. Что тут уже осталось не один раз ногой так смотри, купается он. Манулят хочу, я давно не снимала манулят. Нигера бросила, видео, как они молочко пьют. Ну куда вот? Ты куда поплыла? Ну зачем ты так делаешь? Взяла, пошла под решетку. Это белка. Это уже белка. А знаете почему? Она это и играла так. Она сверху ее караулила. Та под низом, а эта сверху. И поэтому... Белочка, белочка. Вставай, вставай. На лапки вставай. Ну, на лапки. Вот так, на лапочки. Молодец, на лапочки. Вот так их опрыгать не надо. Белочка, 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 белочка. Ой, не могу. Мне неудобно тут снимать, конечно. Фух, специально этот пенек приперли. Белочка, не прыгай с высоты, не надо. Не надо рисковать, я там боюсь. Он что творит. Давайте, я буду развлекать, а вы снимайте. Для меня слишком близко. Да? А если другой объектив или что? Ну вот. Давай, залазь на камушек и прыгай. Не, не надо. Водичку. Тут водичку. Опасно, я боюсь, чтобы она прыгала. Этот вольер, я боюсь. Если пцом в вольере, там да. Белочка, 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 белочка. Красавица ты наша. Нельзя прыгать, только не прыгай, нельзя. Фух, устала я с вами уже. Я еще от пенька не отошла, когда пенек перла сюда. А теперь... Еще с мишками. Так, у меня в зоопарке разгрузочный, я не ем. Специально? Какой? Худеть надо. Белочка. А мамочка ушла в другое место, они ее выгнали. Угу.
Белка пришла, потерлась, Петюшка. А стрелка вон на косточку там. Ага, нашли косточку. Да нет, еще раньше там. Потом... Говорит, раз не хочешь, чтобы я прыгала, я пошла к маме. А теперь это прыгнула. Ну, я ж не видела. Она прямо вот так. Ну, я не сняла. Надо же. Я пока тех, Сереж, снимала, а это прыгнула ко мне. Я что, видела? Ольга, ну? Ну, я так и думала, я же говорю. Ну, надо же.